Всем привет! Вот пробыл почти что неделю в Москве. Провели вот две встречи по поводу домашнего воспитания, домашнего образования. Всем огромное спасибо, которые просто почтили меня своим присутствием. Я очень был рад просто пообщаться со всеми. Также была просто потрясающая фермерская встреча. Там у нас было около 120 человек пришло. Было просто супер. У меня организатор говорит: мы никогда не видели в одно и то же место столько много бородачей. Поэтому борода рулит. Вот, и я сейчас собираюсь ехать в Америке к своим родным погостить, потому что мы знаем, что в этом году мы хотим переехать на новое хозяйство, открыть новое хозяйство, и не будет возможности ехать уже, ну, несколько лет, да, то есть будем понимать новое хозяйство. И много, кто-то мне написал ВКонтакте и спросил: Джастас, но ты все-таки из Америки вернешься? Я, конечно, вернусь, потому что я верю, что будущее, особенно для малого агрария, для семейного фермерского хозяйства, такой размер, там, 50-200 гектаров, это в России. У нас самый большой запас пресной воды, самый большой запас чернозема, нормальная инсоляция. Мы можем, на самом деле, накормить себя, во-первых, в первую очередь, и потом весь мир. И об этом нужно думать, потому что, на самом деле, надвигается какой-то кризис. Потому что вот такие вот мегаполисы, они отравливают все, ну, свое окружение. И вот нам нужно научиться выехать на те невостребованные ресурсы, пользоваться ими, давать хорошие, качественные продукты, прежде всего для себя, для своей семьи и для тех, которые вот, тех клиентов, кого мы обслуживаем. Да? И на этом месте у нас звук пропал. Не знаю, что там было там. ФСБ, КГБ, не знаю, может, что-то там было. Или вообще ничего не делал. Просто у меня аккумуляторы кончились. Ну вот, на фоне Кремля, на фоне там Москвы я буду говорить то же самое, что говорю отсюда, из своего, так скажем, родового поместья, да, там земель моих родителей в Айдахо. Это то, что будущее мелкое фермерское хозяйство, будущее продовольственная безопасность не только России, но и мира, я искренне верю, лежит в России, лежит в наших запасах чернозема, лежит в ваших запасах пресной воды, в хорошей инсоляции. Нам только нужно научиться, ну, возделывать, нам нужно не бояться делать, двигаться вперед. Я искренне верю, что наступают в мире годы голода через какое-то время, и кто научится возделывать сам, кто научится кормить себя и своих ближних, я думаю, тот будет, как сказать, в очень хорошем месте. Поэтому нам нужно взять хорошие примеры из таких стран, как США. Нам нужно научиться хорошему, тому, что они могут нам дать, да? Но нам также нужно смотреть на негативные примеры, как не надо поступать, да? И вот из этого сделать правильные выводы и двигаться вперед. Поэтому я сейчас нахожусь, как я уже сказал, в Айдахо у своих родителей. Будем делать обход хозяйства здесь, в Айдахо. Покажем здесь, что у отца за хозяйство. И я вернусь непременно в Россию в июле, летом этого года. И будем продолжать делать свое дело там. Поэтому не теряйте, мы здесь будем делать дорожные путешествия по Америке, покажем, надеюсь, сможем показать, как это американская жизнь немножко с другой стороны. Вот. Ну, вот, как сказать, то, что есть. Поэтому пусть вас Господь благословит, Господня земля. Давайте с Богом.